2 апреля впервые в Твери в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском-29 выступит звездный ансамбль российских бардов «Песни нашего века». За 20 лет своего существования проект стал некой антологией авторской песни. Прозвучат песни Булата Акуджавы, Юрия Висбора, Владимира Высоцкого, Виктора Берковского, Сергея Никитина, Юрия Кукина, Юлия Кима, Александра Городницкого и многих других. Подробнее в следующем материале. Ваше благородие, госпожа разлука. Умные, честные песни российской интеллигенции более чем за полвека стали любимыми у многих слушателей. Идеи и мысли об истинных человеческих и гражданских ценностях, настоящая поэтическая и музыкальная основа делают эти композиции известными и любимыми. Передаваясь из поколения в поколение, они давно уже стали подлинно народными. Их продолжают петь у костров и на кухнях, но звучат они сегодня также в престижных концертных залах по всему миру. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. По словам организаторов концерта, проект «Песни нашего века» был придуман бардами, поэтому наш век предстает перед зрителями таким, каким увидели его классики авторской песни. Название «Песни нашего века», оно заключает в себя отношение к музыке, которую мы поем просто в жизни, в быту. Это проект, который близок и понятен всем абсолютно. Здесь звучат известные песни российских бардов и Висбора, и Акуджавы, и Медяника, и многих других уважаемых представителей этого жанра. За время своего существования участниками проекта записано 9 музыкальных альбомов, в которые вошло более 150 народных песен. Это, по сути, живая антология жанра. Я некоторое время думала, что этот проект интересен людям, ну, будем говорить так, 70-й широты, то есть прошлого века, студенчества, которое увлекалось спортом, туризмом, походами и так далее. А с неожиданностью для себя я поняла, что песни нашего века – это не прошлого века, это песни нашего века. То есть молодежь, которая сейчас учится, студенты, они живут точно такой же студенческой жизнью. На концертах проекта «Песни нашего века» неизменна атмосфера единения с залом. Не станет исключением и предстоящий концерт. Ведь главными участниками концерта будут зрители, которые всегда поют вместе с теми, кто стоит на сцене, потому что любят и хорошо знают песни, избранные веком. Информация о концерте и билетах в ККЗ «Панорама» на Смоленском 29 по телефону 48-22-300-033 или на сайте концерт.panorama-tver.ru.